Наталья Терехова полюбилась зрителям по ролям в мелодраматических сериалах. Одной из своих любимых ролей актриса считает работу в сериале «Колдовская любовь». Благодаря съемкам в этом проекте она стала настоящей звездой. Наталья дебютировала в кино в 2001 году, сыграв эпизод в сериале «Улицы разбитых фонарей». А известность актрисе принесли роли в сериалах «Линии судьбы», «Петя Великолепный», а также «Колдовская любовь». Первым мужем актрисы стал актер и танцор Виталий Исаков. Но этот брак распался. Нас с Виталием развенчали. Это неприятная для меня тема. Да, он ревновал. В театре во время спектакля мог встать и выйти. Если я с кем-то на сцене изображаю любовь, я не могла играть. Когда он был в зале, я не смогла все это терпеть. Делилась звезда. Второй муж – актрисы Анатолий Ильченко. Первым браком был женат на актрисе Анне Ковальчук, а от союза с Натальей Тереховой родились два сына – Дмитрий и Артем. Терехов и Ковальчук общаются и поддерживают дружеские отношения. Наталья Терехова сейчас снимается не так часто. Все свое время она уделяет семье. Артистка говорит, что успех кроется не в деньгах и статусе, а в умении человека жить в гармонии с собой. Наталья увлекается лепкой из глины. Она очень верующий человек, часто ходит в церковь, разговаривает с батюшкой. Наталья вместе с семьей много путешествует, часто отдыхает на природе, обожает рыбалку, походы за грибами и горные лыжи. Кроме того, Терехова увлекается поэзией. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.